Экспертное сообщество Севастополя приглашают обсудить варианты реконструкции Большой морской. Дискуссия состоится на следующей неделе, заявил во вторник на пленарном заседании сессии законодательного собрания глава города Михаил Развожаев. Он предложил представителям московской компании «Воухаус», которая разрабатывает проект обновлений на Большой морской, выступить в сессионном зале городского парламента. Мы должны при всех там противоречиях, но все-таки не потерять это финансирование и сделать эту реконструкцию, потому что она все равно назрела. Мы понимаем и сознательно в этот раз при этой реконструкции ушли от вопроса реставрации фасадов, потому что это еще более сложный вопрос, потому что вы сами понимаете прекрасно, что за прошедшие годы, что с фасадами сделано и, в общем, проявление различной там, частной инициативы жильцов. Напомним, правительство Москвы выделило 2 миллиарда рублей на реконструкцию части центрального городского кольца в Севастополе. Михаил Развожаев пообещал, что работы на Большой морской не начнутся, пока не будет достигнут компромисс среди горожан. Молодежь, которая тоже ко мне приходила, говорит, ну что вы, надо обязательно там велосипедные дорожки, электросамокаты, мы все это хотим. Ну, как бы, понимаете, тут много очень у бизнеса свои там представления о том, как это должно выглядеть. Мы должны сделать точку сборки и сделать оптимальный проект. Но, опять же, мы не должны хвататься при всем уважении за проекты планировок 50-х годов, потому что жизнь изменилась, люди изменились.